мы вместе с любителями животных, там, кот и пес, и еще там организаций, их очень много в общей сложности. Сообщество объединяет, как мне довелось это, в этом убедиться, порядка 10 тысяч человек, несколько сообществ, они между собой, так сказать, общаются. Вот, мы вместе с ними объехали, ну, наверное, порядка 10 территорий на территории города Балаково, где было бы это правильно и удобно разместить. Ездили в город Саратов, смотрели, как у них реализован этот питомник, ну, вернее, он у них имелся, просто сделали они там небольшое обновление. Посмотрели, как у них это организовано. Обращались к руководству БРТ, потому что там очень удобный в свое время был и правильно сделан этот так называемый питомник, но, к сожалению, ни на устные просьбы, ни на письменные у нас пока имеется отрицательный ответ о том, что это частная территория, мы ее вряд ли кому-либо передадим. Ну, а покупать мы посчитали нецелесообразно, тем более там сумма какая-то была даже такая завышенная немного предложена, поэтому обсуждения закрылись, закончились. И один из, наверное, одна из территорий, которую мы видим наиболее удобная, это именно рядом с ТЭЦ, в этом направлении, где находится АО «Резинтехника». Именно в этом направлении постараться вот эту территорию, мы сейчас ее рассматриваем, сделать. Какие средства? Ну, по оценке, по тому проекту, который хочет реализоваться на территории города Саратова, там на 300 собак, там сумма большая, что-то более 20 миллионов рублей, чуть ли не 30, как бы говорят даже. Я могу, может быть, там сказать, теряться в больших каких-то цифрах, но такое, мы, конечно, себе такие цифры позволить не можем. Нам область по полномочиям передает в среднем порядка 400 тысяч рублей в год, поэтому здесь нам придется добавлять и муниципальные средства, ну и если организации неравнодушные, в том числе, смогут нам в этом тоже помочь, мы будем только-только благодарны. Поэтому проект находится еще в стадии, так сказать, вот, подготовки, и этим надо заниматься, и берем себе в задачу следующий год его реализовать.